Я знаю всех, и у нас на спас приезжал батюшка. Когда Афоня с яблочками, да? Я думал, президент Путин приедет. Риш, ты пока иди садись, я сейчас закрою. Положи это. Пошли. Мам, фотографироваться. Что, будем сейчас фотографироваться, да? Вот туда иди, становись и расскажи. Подожди. Нет. Паш, давай! Думан, Авид, все мы гостим задали! Все, мам. Все, поехали, садись. На. Давай, садись тогда в машинку, хорошо? Маленький газончик? Да. Это ты маленький газончик. Ой, маленький газончик. Да. Спас. Сегодня на спас, яблочный спас. Яблочный спас, правильно. Тебе нравится такой праздник? Да, да. Доброе утро. Эти уже надо сандали выкинуть, да? Да. И новые купить, да? Да, хотели. Мне не садик. Да. Мы теперь... Ну, Гриш, встань, пожалуйста. Гриша, нет. Нет. Ты скоро прибудет? Ну, должна скоро, наверное. Съедем. Ну, как тебе, Гриш? Маршруточки. Ужасно, мухи. Мухи Гриша закусали. Антоша, тебе как? Жарко? Да, жарко. Невозможно. Не нормально. Мне жарко. Теперь сейчас мы идем на переход. Сюда спускаемся, Антоша, вниз. Просто музыка. А, вон, нет, там играет кто-то, да? Вот сюда. Нормально, мы доехали. Главное, что никого не укачало. Я переживала, чтобы Антоху не прикачало. Неплохо было? Нет, а в машине что-то укачивало. Да, в машине укачивало. Так, идем вот сюда, в тенек. В тенек сейчас пойдем на сам рынок. Пошлите. Вон уже трамвайчики ездят. Екатерининский зал. Очень красивый. Я еще помню, когда это было полуразрушенное здание, по крайней мере, по фасаду. А что это такое? Это Екатерининский зал, где свадьбы. Ага. Пошли. Пошлите. Ну чё, Григорий? Зимки классные. Нормально сойдёт. Тебе нравится? Мама, у меня же тоже такая, тоже на рюкзак. Тянешь? Да, нормально. Тебе нравится? Да. Такой берём? Да. Да, такой. Все, Григорий. Ага. Еще один. Очень круто. А? Можно эти? А вот девушка в тюке. А если есть, то разноцветные. Мама, а можно еще и красные? Можно. Так. О, как раз. Ты попробовала? Она хорошо пишет? Да, я попробую. Угу, да, хорошо. Закид для девчонок. Это мы в следующий раз купим, да? Когда будешь? Да. Так, пошлите дальше. Да. Ну все, за 5 минут все купили. Все папки выбрали, рюкзак главное Гришке. И тете Ане еще купили картина по номерам. Мне тоже вот такая вот. А Грише выкладку алмазную. Мама, теперь игра. Можно будет на рыбалке, пока не клюет. Выкладывать. Надо сидеть. Да. Сидеть, вылаживать.
В общем, сейчас идем перекусывать, да? А там мы уже давно не пили. Да, мама, там сейчас давно... обед? Ну, еще я нет. Я вообще сказала, не будем. Так, идем. Хотели зайти в Subway, но сейчас пойдем здесь пье... Или как она там называется? Патрик и Мари. По Зиповской. В общем, идем. Что? Ну и в Subway зайдем, тебе купим. Мы тут зашли в Патрик и Мари. У меня котлета по-киевски, салат крабовый, у Антоши оливье, куриная котлетка, да? У меня еще десерт. Все купили. А у Гриши картошка, котлета и оливье. Все купили. Да, пить буду компот из облепихи, вообще такой вкусный. И клубничный смузи и вода. В общем, все это у нас вышло на 1100. Сколько? На 1100. Зашли в фикс прайс, теперь все в очках. Так что все теперь в очках, и дети. Идем на второй Краснодар. Да. Увеличивает. Не, ну они как и увеличивают. Тут потому что вот так если взять, вот слайпать в сторону, вот уже. Все, я теперь в шляпе. Переносится не очень неудобно. Ну ты вообще толком не носил очки, конечно, тебе неудобно. Да. Тебе же как раз ехать в аквапарк. Зато теперь у меня это... Если буду смотреть на солнце, зато у меня теперь как это в мультиках такой потом... Такой... Глаза горят. Да. Зато теперь гореть не буду. Вам слишком ярко? Очки надели. Точно. Ой, хорошо. Вот как я выгляжу в шляпке. Мне даже нравится. Шляпа такая прикольная. По-моему, у Стёпы такая же похожая. Антоша, квас покупаем. 20 рублей. Гриша, воды. Все, Гриш, Антош, бери. Офигеть! Ты сам возьмешь? Хорошо. Гриш, что помоги ему взять. Давай. Блин, это еще одна проблема. Да. Мы уже дома. Наконец-то. В 2 часа приехали. Вот я сейчас переоделась и буду спать. Включила кондиционер на кухне, закрыла дверь. Гришка пошел собирать алмазную выкладку, потом я покажу попозже. Купили мы все-таки ему. Сейчас раньше стоили, знаете, по 1000 картины, которые номерами рисовать. Вот, и сейчас они по 400 рублей, а зато алмазная вот эта вот мозаика, выкладка стоит вот 500 рублей маленькая, 1000 рублей большая. Ну, взяли для пробы маленькую Гришке, если понравится, то купим большую. Ну, он сразу сказал, здесь так много всего выкладывать. Мы зашли еще в фикс прайс, купили с Антохой себе по баночке, я себе вот такую, 77 рублей, по-моему, она стоила. Антошка себе с арбузиком выбрал, я вот такую с лимоном. Купили блендомет, вот такие штуки мне для айсинга, для пакетиков. Мне кажется, будет удобно, но буду пробовать. И купили еще вот там Афоньке вот такую шляпку. Я вообще мечтала, чтобы Афоня ходил в садик вот в такой вот шляпе. Посмотрим, насколько она ему понравится. Может быть, не понравится. Все, я спать. Теперь мы тут с Антохой лежим, ждем Гришку. Сейчас поедем вести его на английский. Ну и на карате. Да, и на карате. Тут солнце такое вообще. Вот у нас какой вид неба. Небо снимаешь? Угу. Красивое. Да. Едем, едем. Тут папа на работу едет. Трактора. Плодовозы. А не, это не папа на работу. Я думала, трактора с плодовозами, а они без них. Ну да, кто-то, не знаю кто. Мы сейчас стоим, у нас тут прям 40 градусов показывает. У нас на солнце 5 вечера и 40 градусов. Афонечка, расскажи, что к тебе сегодня батюшка в садик приходил, да? Расскажи, как ты с ним здоровался? А еще иди расскажи, что он еще делал.
Я, ну повернись ко мне. Он нас она бика из Багдадвай. Да, так он добрый был. Да. Что рассказывал? Про Спас? Про праздник? Да. Антош, закрой, пожалуйста. А, мама! А. Потом держи свою вазу. Мама, держи. Так что рассказывал? А вон. Все хорошо? В общем, у нас сегодня супер день. Встретили девочку одну, Юлю. И она нам сказала, что у нас в станице тоже есть футбол. Кто помнит, Антоша прям хочет на футбол очень. И чтобы не возить в Титаровку, мы решили вот в станице у нас попробовать. Сейчас едем на стадион. Посмотрим, что там за футбол. Ну, в общем, для того, чтобы понять, Антошина это или нет, я думаю, что для начала все... Ну, станица нам хватит, да. Антоха идет на футбол. Пошли смотреть. Тренировочный процесс. Тренировочный процесс. Красота. Сейчас Антоха будет бить. Футболиста. Шашлык. Не, он маленький щенок. Пойди тренер собирает фишку.